22-55. О, вторая рыба уже в этом сезоне. И опять мелочь, ленок. О, отцепился сам. Мучиться не пришлось. Ну, мелкий. Вообще, 25 сантиметров. Вот на это вот. Сейчас мы тебя отпустим. Ой, для сковородки мало. Уберет хорошо. Что-то крупных не видно. Активный он. Вчера, конечно, было что-то крупное. Сошло здесь вечером. Килограмма на 3, на 6. Долбанул так, что сразу с фрикциона сорвал. А я что-то фрикцион поставил на средний вес и не рассчитал. Сейчас поставил на крупный. И не успел даже подсечь. Ну, пробовал на вобле. Ну вот 5 забросов поклевка. В принципе, нормально. Но мелковатые все-таки они для вот этого места. Мелковатые совсем. Килограмма даже нет. В половину по длине меньше. 50 сантиметров разрешенный размер. Ну и в остальном. Мне нужен-то всего один на сковородку. Килограмма на полтора, на два. Картошечка его там заждалась со сковородочкой на ужин. Ну, пусть пока живет. Продолжаем приключения путешествия. Еще раз похвастаюсь катушечкой. Ну, что хвастаться, скажу, что хорошая катушка просто. Безусловно. 4000-й Ryobi Legend. То есть, ну, в принципе, тот же Заубер, только у него пластик вот. И плюс там подшипничек хороший, получше, чем у Заубера будет. Хорошая мясорубка. Меньше 4000 соваться на речку, там, с 3000 на 3500, это просто, ну, для того, чтобы рыба над вами смеялась, поэтому. Это как бы вот на малую рыбу, это несерьезно. Это не моя вон та 6000-ная. Как бы так вот, выйти поймать что-то на завтрак или на ужин. Начала мошка появляться, комары тоже напоследок. Сейчас они, солнце взойдет, наверное, уйдут, но напоследок кровушки-то пьют, сволочи. Ай! Пока вот стою, снимаю, рука занята, не отмахиваюсь. И уже они мне так по рукам и по лицу прошлись. Ну, небо голубое. В общем, так будет. Ну, может, будет что-то прикрывать, хотя там вот вообще ни одной тучки. Вот там вот восток. Оттуда мы пришли.